На кончиках пальцев. Свою страну оленью. Ну почему ты здесь не можешь проехать? Тупая игра, блядь. Здесь Иси можно проехать. О! Я тут же вспомнил анекдот, друзья. А ну-ка. Девушка, вы животных любите? Да. Возьмите меня к себе. Я такой олень. В Москве уже половина. Так, ну вроде все починилось. Из Екатеринбурга подарил жителям Таиланда игрушечные 100-долларовые купюры. Как рассказала его супруга, мужчина купил ненастоящие деньги в сувенирной лавке, а затем в шутку решил подарить их местным жителям, которых встретил в баре. Увы, тайцы не оценили чувство юмора россиянина и подали на него в суд. Еще что за распространение фальшивых денег, пусть игрушечных, в Таиланде предусмотрено достаточно суровое наказание. Ну и еще пару слов о деньгах. Еблан. Я знаю лучший ремикс на эту песню. Релакс, мой пупсик. Мы по кайфу тусим. XCOM, бля, да никто не будет смотреть XCOM, LDR. Давайте русское радио подрубим, раз уж такое дело. Русских песен захотелось. Ооо! А, это Кама заказал. То есть это не на русском радио было. Блять! Что? Сейчас, секунду. Нежелание в ИРЛ что-нибудь постримить. Например, ты имеешь в виду типа с телефона запустить стрим и идти по городу гулять? Но я стесняюсь так делать. Если бы я жил бы где-то за границей, тогда да. А ну типа в Украине, ну хз, это люди не воспринимают нормально. Ты просто идешь по улице, особенно по моему району. Ко мне один раз доебался чувак из-за того, что я разговаривал по наушникам, типа, и засмеялся громко. Какой-то гопник лысый, блядь. Говорит, ты можешь потише? Я на улице, блядь, иду, долбоеб. Я ему говорю, нет. Он такой, блядь, ладно. И уходит. Держитесь правее. И ты дал ему поебалу? Не-не. Я обычно в такой ситуации... Говорю, что я, типа, что здесь, ну, какую-то хуйню выдумываю, что меня не отпиздили. Один раз в темном переулке я тоже возвращался домой, но еще не было супер поздно, часов 11 было. И там, короче, были фонари, типа, ко мне тоже доебались два чела, типа, и они такие, ну, они ничего от меня не хотели, они просто, типа, быковали, такие, чё? Я такой говорю, типа, ну, здесь камеры. Но я говорю, нет никаких камер, это было под переулке ебаном. Я говорю, здесь камеры, я видел твое лицо, давай! И обычно в 90% случаев все типа такие, ладно, что сразу началось, и уходят, короче. Я говорю, давай, здесь вон камера, давай! Ну, у меня просто иногда в такие моменты крышу рвет. Я вам рассказывал, я один раз пиздился в классе и упал на чувака. Я его вот так вот обнял. И упал на него, он задыхался, он чуть не умер. Я весил 100 килограмм, ебать, а он килограмм 40. Раздавил, да. Блядь, донат пэй, да пошел ты нахуй, алло, ну серьезно, блядь. Блядь, урон прицепа 12, ну мне пизда, я сейчас доеду, это жесть просто будет. Позвоните по этому номеру телефону, скажите маме,
Бля, какая грустная песня, пиздец. Вот вначале мне казалось, что это, типа, ну, забавно, а сейчас я прям загрустил, чуваки. Татьяна Овсиенко, дальнобойщик. Жги, Татьяна, ебашь, родная. Мои руки держат клавиатуру, а не руль. Но я тоже дальнобойщик. Я виртуальный. Я виртуальный. Здорово, джинсы, Диодант. Чувак чисто здоровается со всеми, у кого галочка есть. Тебе, кстати, приходило письмо, Диодант? О, я сейчас хочу тебе показать. Подожди. Специально для тебя. Смотри, Диодант. Ты здесь еще? Мы учли ваши пожелания и решили изменить систему подтверждения каналов. Если у вас есть значок подлинности, мы не будем его удалять. Это я задисел YouTube. Это я сказал, чтобы у меня не забирали галочку. О, GeForce Game Driver установлен. Класс, класс. Вы знаете, мне очень нравится, когда моя видеокарта решает по фану, блять, обновить драйвер. 28 Ti на своей жизни живет. Да. Забавно, что я могу на ультрах запустить третий Ведьмак спокойно, или там, не знаю, сюр, что угодно. Но Евротрек такой, ну, блядь, на, не, не, в проходе, блядь, на тебе подлаги, сука, я на стриме у пацанов. Файте. Ух ты, сука, блядь. Ебать, Стелла, привет. Но Стелла, она хуйня, если честно. Куда вы будете ночевать, и перережу вам горло. Ясно. Диодан заказал, блядь. Агрессия какая-то. Пиздец, я прям представляю, как Диодан с утра просыпается, наливает себе кофе и такой... На магнитофоне старом, ебать. Звук подкручивает. И потом спокойненько идет, знаешь, книжку какую-то озвучивать, ебать. Что, АДР повезем, ребята? Он взорваться может, ебать. Это что мы везем, подожди. Мазут, нахуй. Я везу мазут, мне похуй. Да мне нужно орать, чтобы вы меня слышали, блядь. Толян, для тебя новость, песня в списке экстремистских материалов. Но ты бы мне не заказал песню, Диодант, которая в каких-то экстремистских материалах. Ты бы так не поступил, но ты не мог так сделать. Я не верю в это. Ты уверен? Ну, почему-то мне так кажется, да. Я бы хотел заполучить твоих зрителей. Ты уверен? Ты хотел бы запускать стрим и видеть, где Mountain Blade? Ты уверен? Ты представь себе, Диодант, ты запускаешь стрим, и тебя 6 лет подряд спрашивают, как скачать русификатор на игру. Попробуй, блядь, это не так легко, как тебе кажется. Я на самом-то деле. Но там довольно много платят, ладно, я уже проехал на красный, поебать. Что такое Жигитер? Типа объединяйтесь, по-моему, если я не ошибаюсь. Жигитер — это пацаны. Серьезно? А я могу говорить? Салам, Жигитер! Я могу договорить? Говори. Все, салам, Жигитер. Сегодня Евротрек симулятор. Аудиар не подтвердил, разрешил. Анетта, кстати, девочка, я ее нанял, она сразу принесла мне 1000, вот это да. Анеточка уровень повысила, вот это да, девочка, молодец. Ебать, я хорошо остановился. Я даже глаза закрыл, как будто это... Как будто я сейчас в реале врежусь, блядь. Ты охуел? Ты охуел, тварь? Я же заплатил, блядь. Пиздец, мразь. О, в Россию заезжаем, нахуй. Ребята, поехали. В Калининград заезжаем, ребята. А, это голубая луна, да? Голубая. Громче. Ну, ребята, только для вас. Голубая луна. Голубая луна. Охуенный трек. Это же охуенно, реально. Это очень мелодично. В честь этой песни расскажу вам небольшую историю. Недавно посмотрел камин-аут Андрея Педрова о том, что он гей. После этого у меня весь YouTube во всяких таких видосах. Типа, канал секретов о том, как... В канал Куб, там, где ищут натуралов, что-то и геев сравнивают. У меня теперь куча рекомендаций гейских. Ну, не гейских, а просто... Ну, типа, я вообще нормально к этому отношусь. Еще раз говорю, что... Круто, что даже в России прямо люди, типа, делают камин-ауты и так далее. Это же природа, вся хуйня, как бы, ну. Ну, просто забавно. Я же всего один видос посмотрел. Еще все эти рекомендации на телеке. И, типа, это так странно. Когда кто-то врубает телевизор, у меня же Apple TV, короче. Ну, кто-то у меня дома, неважно, там, Аня, родители, кто-то приехал, врубает телевизор, и там открываешь YouTube, и там на всю страницу. Гей против натуралов, типа. Признание в том, что я гей. И типа я такой,
Да, блядь, это... Это просто хуйня какая-то. Хорошо, что не порнуха, да лучше порнуха. Вообще, вот я не понимаю, например, если... Если вы родитель, и ваш ребенок смотрит порнуху, что в этом плохого? Вот у меня есть знакомый друг, которого, типа, спалили за тем, что он порнуху смотрел. И, короче, сказали, типа, ну это хуйня, зачем ты это делаешь? В этом же нет ничего такого. Гей-порно. Даже если гей-порно, и чё? Это личное дело каждого. Нет, с животными это ненормально. Это противозаконно. Скажи, пожалуйста, это моим родителям. Ну, зови их на стрим. Зови. Я расскажу. Так, не смей! Не едь! У меня мазут, блять, в фуре! Отъедь, долбоёб! Так, начальник. Там документики свежие, в порядке. Давай за 300 рублей договоримся. Чё ты менжуешься? Открой быстрее. Честь отдал. Молодец, мальчик мой, молодец. Как ты откосил от армии? Заткнись, блять, я офицер! Показать? Я офицер. Откосил? Откосил? Офицер! Офицер! Ты думаешь, это шутка, блять? Посмотри на фотокарточку для начала. А? Видно? А? О, блядь. Не косил никогда. Кабан на лейтенанте, младший лейтенант. Военная кафедра, ясно. А что, по мне не видно, что я служил? Я связист. Нет. Гравит определяет, кто-то служил или нет, если он в этих, в шаболдах разбирается, наверное. Гравит служил в армии, и он мастер по шаболдам. И по-любому, когда он хочет узнать какого-то чувака, служил он или нет, он такой, какой-то шаболдовский сленг забрасывает. Привет, ну что там, блядь? О, фулл комплект сколько нынче в Москве стоит? Он такой, 2000 рублей, Гравит такой, а-ха! И уходит просто. Почему так мало денег, блядь, я не понял. Донать типа... Я это в ЕТС. Вот это вот моя дефолтная фотка в Инстаграме, блядь. Они выходят раз в 100 лет, блядь, эти фотки. Вы понимаете? Я не умею вести Инстаграм, блядь. Я сделал это только ради рекламы, нахуй, и все. Хватит писюнами в чате мериться. Да ладно, если вы выше, не знаю. Короче, самое главное, чтобы вы нашли себе подругу, которая ниже вас. Тогда на ее фоне вы будете смотреться нормально. Типа, если вы там, ну, допустим, 170 сантиметров, просто найдите себе девушку, которая будет 163, 160, и все. И тогда никто не будет вам говорить, что вы карлик. Кроме ваших друзей длинных. Но это жизнь, с этим придется смириться, ребята. Ваши кенты всегда будут говорить вам, что вы карлан. Так же, как и если вы жирный, или если вы урод. Скорее всего, вам будут говорить, ты урод. Так делают настоящие друзья. Если вам так не говорят, то они не настоящие друзья. Ты урод, спасибо, друг. Настоящие друзья. Спасибо, ребята. Как найти девушку? Я помню твой ник, чувак. И ты зашел на стрим и спросил меня, где Mountain Blade. Поэтому девушку найти непросто будет. Моя девушка говорит, что у меня хуй маленький. Разве это не любовь? Это кайф, брат. У кого больше 15 сантиметров, тому нечего делать на этом стриме, съебывайте. Да! Здесь остаются только те, у кого маленькие пенисы. Мы гордимся тем, что у нас микрохуи. Я люблю вас, ребята. Давайте держаться вместе. Давайте признавать себя такими, какие мы есть. Я остаюсь. Собираю пати на голландский штурвал. Чисто вечер пятницы с сабами. Хуйло отгадал слово батончик. Го мафию. Первую типа? Не знаю. У меня, кстати, есть первая мафия. А я в прошлый раз, когда на стриме в нее играл, что-то там было, что мне не пошло. Почему я ее скипнул, Рафлан, ты не помнишь? Типа была ж первая серия, а почему я вторую не начал? Ты накурился в конце. Точно! Точно! Точняк. Так еще я накурился и все, и перестал стримить потом. Че, Рил, так этот стрим до сих пор есть. А ну-ка сейчас, я вам покажу. Это один из лучших стримов на моем канале. Чекайте, я хуярю виски, по-моему, или что-то, или ром, по-моему. Что такое Вебер? И обсуждаю о жизни просто под музыку, ебать. Сколько сигары стоили, я не знаю. Ебать, я жил тогда, нихуя себе. Еба, я просто бухал и курил сиги, блядь, на стриме. Как же это было охуенно. Короче, кайфыч, короче, тупо кайфыч.
Но то был настоящий чилл-стрим, да, это правда. Куб Ворлд, ну, кстати, же вышел недавно. А он бесплатный, по-моему, если чё. А, блядь, 280 рублей, да пошел ты нахуй! Да я ебал правила в рот, блядь. Бля, ну как? Бейсбол не смотришь более? После того, как перестал ставить, не... я проебал там 4000 гривен и решил, что спорт это не мое. Пиздец, можно, пожалуйста? Ну чуть-чуть же, ну пожалуйста. Ебать, как с этим ехать? Воу! Это невозможно! Пиздец! Не, ну я сохранюсь. Так, назову это ебанутый на новом прицепе. Блядь! Это жесть! Бля, я ошибку какую-то делаю. Проезжайте. Проезжай. Ладно, я проезжаю. Ясно, блядь. Слишком поздно затормозил. Ой, сейчас пиздец будет. А не, все равно вписался, кстати, лол. Да не, она нормально вполне. Пизда мне пизда. Да ладно. Да ладно, даже так проехал? Понял. Блять, все же было нормально, но ебаный рот. Так, чувак, ты не хотел бы отъехать, пожалуйста? Изменение маршрута. Я только так смог бы повернуть. Я бы там сейчас полгода ебался, ребята, я вам серьезно говорю. Бля, это же я по встречке еду, да? Стойте, ребята. Сейчас будет шаг конем, блядь. Бля, что я творю, нахуй? Держитесь правее, а затем поверните направо. Так, все в порядке, чатик, все нормально. Направо. Все хорошо. Проездка на красный, штраф. Ну, бывает. Право. Поверните направо, затем поверните направо. Ну, Денис, конечно. Че, морковку хуярим? Да. Шаг конем. А чего вы рофлите, блядь? Ну шаг конем и шаг конем. Еще никогда шаг конем не делали, я не понимаю. Мне предлагаешь оформить саб. Да, блядь, я серьезно, оформи саб. Какие-то проблемы у тебя с этим? Конечно, тебе надо оформить саб, чувак. Приготовьтесь к повороту налево. Не надо смеяться с моего, как бы, украинского диалекта, пожалуйста. Ход конем. Ход это просто держитесь ход. Правее. Хуйло. Затем... У него ник такой, я. У него просто ник такой, я его не оскорбляю. Ход это просто ход, а я сделал шаг. Поверните. То есть я направо сделал больше, чем просто ход. Понимаешь? Бед какой-то чел оформил саб, через 2 минуты в пермач ушел. Блять, это просто пиздец. Чувак оформляет платную подписку на Mountain Blade. И пишет мне: а нахуя ты стримишь эту хуйню, блять? Ну, естественно, он отлетает в пермач. Дело не в том. Просто зачем? Ну, типа, если я играю в игру, значит, зачем-то я, блядь, это делаю? Еблан тупой, блядь. Это его ник был, если чё. У него другой ник был, пиздобол. Ну, или пиздобол у него был ник. Я не знаю, какой у него там конкретно был. Красиво.
Хотя, с другой стороны, возможно, люди донатят деньги, которые им дают родители, потому что им легче с ними расставаться, потому что... Да ебать, прицеп, сука! Роту направо. Зачем ебать прицеп?